спектакль про поиск, да, про рефлексию, про самокопание. Дураки стараются судить сумасшедших. Человек утратил смысл. Кто он, человек? В чем его ценность? Блуд хуже, страшнее, чем убийство. В чем проблема? Почему так происходит? Я думаю, что нет единого ответа на этот вопрос. Это боль сегодняшнего человека. Это боль молодого человека, чье сыновье чувство оскорблено. Это боль отца, который не понят дочерями своими. И Лир, и Гамлет, они находятся в некой состоянии летаргии. Они являются жертвами этого мира, жертвами. Мы ведем себя не так, как должны бы себя вести. Почему человек так унижен и оскорблен?